Пропавшего в Крыму Эрвина Ибрагимова ожидали на заседании исполкома Всемирного конгресса крымских татар в Турции. Эрвин является членом Координационного совета этого конгресса. Ему выделили отдельное место и установили его фотографию. Члены исполкома расписались на фотографии активиста и направили ее родителям Ибрагимова. Эрвин, мне, Митиму, Недиму, как младший брат, мы очень близки. Мы сели и представили, что он сегодня с нами. У меня есть к вам просьба. Мы хотим отправить эту фотографию, на которой подписались все присутствующие здесь, вместе с принятыми решениями его семье, так как и они тоже, вероятно, ждут решений от руководства этой организации. Было принято решение поддержать и продолжить акцию, которая началась благодаря инициативе «Крымсос», «Где Эрвин?». Это теперь станет, ну, акцией, наверное, более широкого масштаба. Я надеюсь, будет иметь определенный результат. Накануне назначенная Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что похищенного в Крыму Эрвина Ибрагимова видели живым через месяц после его исчезновения. Она добавила, что это исчезновение могло быть провокацией, направленной на разжигание агрессии и негатива по отношению к правоохранительным органам республики. В ночь на 24 мая Эрвина Ибрагимова задержали неизвестные в форме крымского ДПС. После этого Ибрагимова никто не видел.